Детское радио представляет. Коля, Дима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Марк, Денис, Антон. Много есть имен на свете, может, целый миллион. Что значит «наши имена»? Кипятош, угадаешь, откуда цитата? Так, давай, попробую. Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь. Тьфух, ну это ж легко. Это из «Маленького принца». Угадал. Ну, конечно. Написал его французский писатель и летчик Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери. А-а-а. Да, так его звали. Не знала? Я думала, просто Антуан де Сент-Экзюпери. Не, ну, конечно, именно так подписаны его книги. Но полное его имя было немного длиннее. Ага, самую чуточку. Хотя, знаешь, если бы у меня было столько имен, я бы тоже выбрала Антуана. Ну, правда же, красивое имя. Согласен. Антуан, Энтони, Антонио, Антуан. Это что ж, все одно имя? Конечно. А откуда оно? И что значит? Происходит оно от римского имени Антониус. А то, в свою очередь, родом из Греции. Но вот о значении имени до сих пор спорят. Интересно. И какие варианты? Возможно, оно происходит от древнегреческого «антао», что значит «встречаться» или «сталкиваться». А может и от «антос», то есть «цветок». Мне оба варианта нравятся. А еще есть женские варианты этого имени – Антуанетта. Была такая французская королева – Мария Антуанетта. Верно, верно. Жалко, что у нас нет своего варианта этого имени. Ну, для девочек. Почему это нет? А как же Антонина? Вот, скажем, была такая оперная певица Антонина Нежданова. Или актриса Антонина Максимова. О, может, и среди наших слушательниц есть девочки с этим красивым именем? Вполне возможно. И уж точно есть не один Антон. А еще Антошки, Тохи, Тони и Антохи. О, да, уж у этого имени хватает сокращения. Интересно, а как Экзюпери его друзья и близкие называли? Вряд ли уж перечисляли все имена. Точно не скажу, но во Франции имя Антуан сокращают, например, как Тонтон, Туано, Туан, Тити. Тоже есть из чего выбрать. Что значит «наши имена»?